Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос, и мы играем в Street Fighter 6 за М. Байсона. Возможно, попалось очень жестко это. Ага, понял. Сразу бросочек. Да, так просто не напрыгнешь на нее. О! Быстро, да? О. А, она даже так задевает. Но тут будет сложновато. Я еще Байсона не изучил. Не настолько. Цепляет, да? Так, ну отсюда я могу сделать вывод, что надо чаще пользоваться Drive Rush. Get over there!
А, она подошла близко слишком. Задевает. О, я не попал. А там вроде можно... Можно регулировать, да? Дальность. Блин, я комбо не знаю. Я бы и наказал, но комбо не знаю. Она это тоже учитывает. Так. О, как он и перехватил-то меня, интересно. А, это стан. Я слышал такое правило, лучше съесть бросок. Да, слушайте, ну тут я явно напоролся на игрока очень серьезного уровня.
Возможно, мастер. И реагирует на любые вообще броски, заметили? Вообще на любые. Хотя там особо-то не отреагируешь, там скорее угадаешь. Я сам хотел нажать и сделать драйв раш. Ну о, что-то сделал, смотри. О, да, ну неужели? Фига там реакция. Чего? Это так сбивается? Офигеть. Да ну, она и это может сбить. Но я рискнул. Я рискнул. Она перебила меня. О, да ну, она еще смогла это до стены меня довести. Но я хотя бы из угла вышел. Да, я угадал, это мастер.
Но по игре это сразу было заметно, что это ранг мастера. Что ж, на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.